Здравствуйте, доброго времени суток. Давайте посмотрим, что ждет вас с ним. Очень вас интересует, что же все-таки вас с ним ждет, ожидает, какие события, что вас с ним ожидает. Давайте посмотрим. Вспомните человека, посмотрите на него мысленно, да, и давайте посмотрим. Притянем его сюда. Что же ожидает вас человека? Ну, тут мне показано движение. Движение есть. Это, девочки, для тех, у кого, видимо, есть, да, движение вместе. Но здесь движение, да, все одно и то же. Никто здесь не делает больше, чем нужно. Вот и ваш мужчина, да, император. Так сказать, человек по судьбе, да, в принципе, все люди по судьбе, которые нам встречаются, судьба, она и есть, да, жизнь, мы ее так вот идем, и люди по судьбе притягиваются, но здесь может быть еще и кармический человек, да. Мужчина, с которым движение у вас есть, то есть нет, да нет, да нет, да нет, да, называется. По девятке мечей могу сказать, что все так же. То есть, если вы ожидаете чего-то большего, да, здесь большего нет. Ну, император, здесь он такой мужчина, да, таких жестких нравов, такой весь прямо, весь из себя человек, свои законы, свои правила, да, рулит, рулит, рулевой. Что ожидает вас с ним? Угу. И все-таки здесь показывают, что расхождение было, да? То есть люди здесь не вместе. Движение было, но человек не выказывал, может быть, да, какой-то вот к вам чувственности. То есть эмоционально был человек холоден. То есть здесь как бы немножко закрытый такой типаж. Ну, император, он, знаете, будет любить до слез, да, но не покажет этого. Здесь именно такой человек. От того, что больше не было, то есть, может быть, отношения не развивались, может, человек большего не давал, по восьмерке чаш здесь был уход. Тройка жезлов говорит о том, что мужчина, да, император, он всегда смотрит на новое. То есть, с кем бы он ни был, у него одна нога всегда, один глаз глядит в сторону, да. И это не означает на других женщин, это означает уже дорога какая-то. То есть, человек, с кем бы ни находился, он всегда все равно в дороге. Что еще можно сказать? Да, колесо судьбы и маг. Здесь, знаете, может, скорее всего, даже и не нужно смотреть, потому что здесь выстраивается какой-то событийный ряд. То есть колесо судьбы и маг говорит о том, что, во-первых, еще не все закончено у вас. Даже если по восьмерке чаш было какое-то расставание, да, то есть люди тут отказались от взаимодействия друг с другом и пошли, ну, разошлись сейчас. Просто разошлись. Здесь, может быть, не было ссор, может быть, ничего не было. Просто люди разошлись. Восьмерка чаш, это, знаете, всегда такой тихий уход. Да? Его, вас, вас двоих, может быть. Пошли что-то дальше поискать, потому что, ну, вот как-то здесь чего-то как-то не так. И по двум картам это колесо судьбы и маг. Можно говорить о том, что это не все. Здесь еще будет встреча у людей, то есть они будут вместе, это не все. Событийный ряд какой-то выстраивается, то есть судьба по магу еще чего-то там кубатурит, то есть здесь не все. Здесь, скорее всего, не скорее всего, могут быть рабочие отношения. Может быть, хорошее взаимодействие было, продуктивное, да, с человеком, но вот почему-то кто-то от кого-то ожидал большего, возможно, здесь его и не было, да. Вот восьмерка чаш, да, ложится пятерка пентаклей. Говорит о том, что почему-то не увидели большего. То есть не увидели в глазах больше любви. Может быть, отдачи не увидели. Вы, он, тут не показано, да.
пара берется, да, и сейчас люди на расстоянии. Может быть, здесь даже говорится, что человек куда-то уехал, куда-то ушел, пошел, то есть ему надо было. Может быть, это по работе человек куда-то уехал, вы не вместе, да. Но здесь говорится, что, знаете, все не так, как вы думаете. Если вы думаете, что с этим человеком все, то нет. Девочки, это для того, у кого... ну, кто не вместе, короткий промежуток времени, да, а не год, там, пятилетки и так далее. Ну, покажите, хотя бы приоткройте нам завесу, да, перспектив. Пока что, девочки, ничего. Какое-то время ничего, а потом, девочки, человек объявится. Пока что ничего, никаких контактов, да, пока что ничего, можно не ждать. Здесь, знаете, такое оплакивание того движения, которое было, девчонки, но будет взаимодействие, оно будет. Оно будет, никуда не денется. Здесь вас показали дамы жезлов. Ну, как он не придет, даме жезлов, да? Вот даже посмотрите здесь, какая хорошая... раскладка у меня, да, император, который смотрит, в этой раскладке он уже смотрит на вас через какой-то промежуток, да, времени, промежуток города, я не знаю, дома, районы, то есть здесь человек все равно к вам, видите, он обратно придет, он никуда не денется, девочки. Кому это важно было услышать, он обратно придет, он притянется обратно. Так, еще одну карту, так как все-таки здесь нам говорят, что лазить не надо пока, чтобы не получить по башке. Девочки, здесь холодность, да, ситуация какая-то, и король. Здесь уже, девочки, придет к вам человек, здесь вы уже будете холодновато, да, принимать его, возможно. Но здесь, девчонки, придет человек, да, с какими-то дарами, с какими-то благами, может быть, с подарками. Я не знаю, может быть, извинения просить, прощения и так далее, да. Здесь уже вы будете решать, да, принять вам этого человека или нет. Больше смотреть я не буду, так как говорят, что нельзя. События еще не выстроились, и чтобы ничего не разрушить, и я не получила по Макитре, смотреть этот расклад я больше дальше не буду.